Мы находимся на втором перекрестке, где спецдорпроект устанавливает тоже умный перекресток. Это пересечение Букинского шоссе и Батарейной улицы. Это место в Лобне считается таким гиблым местом, проклятым. В ту сторону ЖД переезд, который находится в отвратительном состоянии. И на эту тему мы отдельно еще хотим обратиться к РЖД, чтобы привели в надлежащее состояние ЖД переезд. И после установки умного перекрестка, естественно, чудо не случится, потому что железнодорожный переезд в одном уровне с автомобильной дорогой. Но теперь этот объект будет работать логично. Если машинам некуда ехать, железнодорожный переезд закрыт, значит, туда транспорт не направляется, а разъезжаются те направления, которые в этот момент могут ехать, что будет правильно и логично и не будет вызывать раздражение у граждан.